Дождь, серпантин, дорожное движение. В принципе, все как всегда, Миха. Нам пизда, да. Да. Пизда. На таких тачках я не умею ездить. Они полноприводные, не парься. Я выбрал Audi, она, по-моему, тоже передний привод. Нет, ну вот я на суперкарах умею ездить. По таким тачкам это хорошо. Я же вон квантум делаю чисто за счет машины. Меня там уже... Твою мать! Отлично, улетел с пацанами теперь. Охренеть! Всех позаносило! Чё за мудилы-то, а? Один врезался, всё. Ты какой, Миха? В хвосте вообще плетётся, это не типично для него. Почему меня... Сколько трафика-то, Вася? Да, трафика. Куда ты поворачиваешь, камер? Спасибо за дождь, Квантум. Тормоза. За дождь. И за дождь тоже. Пятый. Тут чисто борьба. Из-за Квантума весь трафик лагает. Так чё, круто ведь? Вообще жестокая жесть. У меня машина не прёт. Зачем ты такую взял? Мне не покачана машина, она не прёт, так нечестно. Да ни у кого не прёт тут. Кто-то просто сделал меня как стоячего на своей тачке, блять, заносит пиздец, Холдор. Что? Вы какие? А я думал, это NPC лол, это ты был? Что с твоей машиной, блять, она выгнутая. Че у вас там происходит? О, давай, на место вообще не трогай. У меня Хаммер с гор спускается, пацаны. 15 из 18, Квантум, какого хера, че за тачки? Я откуда знаю, че ты не прокачал спорткары на себе? Сам давай ты такой. Давай другие тачки поставим. Хорошо, все. Нет, тут надо доехать гонку. Просто я второй еду, пока что. Я чую, я опять не Филиппин буду. Все нормально все будет, финишируешь. О, нормально, взял точку. Вот, Холдор радуется, что он точку взял. Тачки заднеприводные заносят теперь, да, все понятно. Так, ладно, надо кого-то столкнуть, блять. Срочно кого-то столкнуть. Да. Почему ты злой такой, вот, Миха? Вот, меня столкнули, блядь. Точнее, я сам себя столкнул. Так, поехали. Зеленый мурлофицин, уйди отсюда, а? Ты меня раздражаешь. Как ты его назвал? Да меня тут бесит, встречка еще зеленый. Трафик пролагал. Пипец, да тут все лагают. Я знаю даже из-за кого. Из-за Холдора. Да, конечно. Из-за непогоды. Да. Все, мы нашли виноватого, непогода. А кто? Да, почему трафик на меня накинулся? Почему трафик, вот машина лежала, и она на меня накинулась? Кидается машина? Меня физрук нашел, походу. Михукер! Нет, Догда, что ж ты делаешь? Какая Догда? Да, нефиг было мне разворачивать. Так, аккуратно. Офигеть, мы с чуваком тимплей друг другу цифрим мутим. Проезжаю. Я тут тоже лавирую промеж трафика, это жопа так, вообще. Что ты делаешь, супер, блять, хуй? Супер так, дикой. Как ты меня зовут? Уже прочитать не можешь. Это, о, Алекс Тесс у нас сегодня идет первый, вообще охренел. Я тебе говорю, Алекс Тесс вот, и Доктор, это сам. Самые такие задроты или читеры, кто они? Меня вы заебали уже. Мне тут и трафика хватает. Так, надо Алекса Тесса выиграть. Это просто дело, я не знаю, чего надо его выиграть. Что? Зеленый, прости. За то, что я себе достал. Зеленый, прости! Меня прости! Я не хотел! Мы так хорошо с тобой ехали! Ну ладно, пацаны, у вас там как дела? Я только второй круг начал. Я тоже. Чугони. Ой, я догнал его! Я его почти догнал! Алекс ТТС, иди сюда, кисонька, мурмыська моя, иди сюда! Трафик. Пиздец. Плюс один. Любой трафик тут не стоял. Сворачивать я хуею! Я тоже! А, нет, стой, куда ты? Блять, еще и сокол прилетел мне взад. Что? Прикинь картину! Такой стоит чувак, ему орел в жопу залетает. 15 тысяч. Сокол. Охуеть. Я вообще 11. Ну, Холдор хоть нагоняет позицию. Еще раз поставим спорткары, суперкары, чтобы это проблема не возникала. Не поеду я эту гонку с Догдой. Да, мы больше не поедем с Догдой. Может быть. Я хотел приехать третьим. А приедешь никаким. Как это никаким? Ты офигел, что ли? Или прокачанной тачкой. Да по-любому специально у Квантума прокачанная тачка. У меня обычная тачка желтая, она не прокачанная. Что ты урчишь на меня? А ну-ка отстать на батьку урчать.
Где этот чувак? Блин, их нам оторвался уже от меня. Чуть не с той стороны проехал. Давай. Yeah. Блин, меня там уже 16-й догоняет. Я так скоро хвост перемещусь. Да, вот так уже. Пиздец, как так? Вон он поехал. Чат заносит, шлюха! Кто там, блядь, опять летит в меня? Артемьев, блядь. Финишировали, наконец-таки. Там... О, там два сзади несутся, надо, короче, главное ехать. Главное сконцентрироваться. Концентрация плюс один. Кто меня за... Опять этот Найрас. Он же вышел. Он зашел, видимо. Да, как во время гонки? Все, я приехал. Охренеть, типичный финиш. Отлично. Второе, хоть что-то. Привет, ребятки, Квантум, Михакер, Халдор. Ну, в принципе, тот же состав. О, что за старт эпичный такой, посмотрите. Да, а старт эпичный. Я, как всегда, блин, стартую, блин, прям в перегородку, охренеть. Так, тут надо ехать, поехали быстрей. Тут всех так занесло красивенько. Меня опять занесло, отлично, я последний, я 25. Иван, нифига лагаешь! Да я не лагаю, тут это, жопа! Лагаешь! Тут, а чё машину так заносит? Ты чё? Алистес! Тут дорогу маслом намаслили, походу, пацаны! Маслили маслом? Да! Чё происходит? Это Догда! Догда во всем виноват, какого хрена? Поехали, блять! Что за клин? Что за вазелин, паскуда? Ты кого развернул? О, Михакер, дай мне слепстрим. Давай, да врезались. Дайте мне кто-нибудь слепстрим какой-нибудь. Нифига лагает. Все лагает. Что за фак? Невидимый трамплин. Там не невидимый трамплин, там все нормально немножко. Еще один трамплин. О, у меня чувак чуть не подрезал. А куда я лечу-то? Жесть. Че вообще происходит? Миха, привет. Че происходит? Миха, привет, ты меня видишь? Да. Я прям... Вот так вот. Я тоже так же. Воу, Battlefield какой-то. Да. Все взрывает. Опять? Меха, уйди отсюда. У меня шла, у меня FPS проседает, аж по этой пыли ездить. Нифига ты лагаешь. Ты у меня за забор улетел. У меня Ростелеком, пацаны, я не виноват. Поворачивай, машина, ты че? Блин, вообще не вижу, куда еду. Вон. Тут все приземляются. О, Миха, дай мне свой слепстрим. Да, не вовремя. Халдор, что ты делаешь? Привет. Сучка, вы заебали меня толкать. Да плюс один. Я чё, самый невезучий здесь, что ли? О, вон, нормальная широкая рампа. Нормальная пацанская рампа, да на самом деле можно проехать. Чё-то я как-то от неё отпрыгнул. Скинул? Он чуть не скинул. Серьезно? Да, о, я видел. Скинул зеленого. Он меня врезался, я тут замотало по-страшному. А Догду надо было ставить, блин. Догда, ты, блядь, все, я тебе реально кикаю, паскуда, кого хрена, ты супер хорошо еду. Как я так подлетел-то, жесть. Жесть, просто жесть. Вон, ты не хочешь меня подождать? Че, дурак, что ли, ты какой едешь? Да никто за мной не, за меня, за мной никого нету. Да, блядь, вы что тут столпились, суки? Ты вообще видел, как зеленый слетел, который в меня врезался? Ты, блядь. Да. Он вообще бешеный какой-то. Вы что, пролетели уже? Да. Охуеть, Квантум, ты на месте стоишь у меня. Толкаюсь теперь с бомжами, блядь. У Вики проблемы. Квантум, ты у меня на месте стоишь, ты в курсе? В смысле, я второй еду. Это я третий еду. Сука, ты чё, педрила, блядь? Супер хуй опять. Что? У меня все полагал, я ехал 16-й, а сейчас третий еду, лол. Че, Паку, ты там посмотри, ты не один остался на гонке? Нет. Все 21 человек, третий из 21. У меня второй из 20. Ты что, сзади меня? А, вон ты летишь, я вижу. Алекс, в смысле? Догда, ты как туда уже уехал? Ты что, блин, паскуда? Все, Догда, бан тебе, достал ты меня. Ты у меня на месте, Квантум, стоишь, какого хрена? Как ты, я едешь? Я у тебя слепстрим даже не могу взять. А как ты едешь за мной, если у тебя на месте стою? Ты меня просто запутал. Так, второй круг пошел. Отлично. О, ты проехал ее уже? 15-й. Ни хрена тут типы. Все из-за этой ебучей очереди. А, что-то мне не пошло в этот раз. Ой, я зато хоть тачку помою. Вы что, уже на рампу опять выйдете? Да. Жесть. Халдор, все из-за тебя, мудила. В смысле из-за меня? Да потому что ты меня толкнул там. И как раз началась. Так, едем. Как-то я не залетел и другого столкнул еще. Не, я пока что еду. Пока что все ништяк. Пока что. Помойте машину, я тебе говорю, тебе понравится. Я уже помыл, уже чистая. Что, блять, охуел?
Нихуя он меня толкнул. Чего у тебя там случилось? Почему я не залетел? Хороший вопрос, я тоже первый раз не попал. Ты не поворачиваешь, говно, сука. Это рампа долбанная. Есть! Ништяк, все, я финишировал. Я что такое? Нажав на эту замечательную красную кнопку, вы подпишитесь на наш канал. Что же, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и добавляться в друзья ВКонтакте. Ссылка на мой контакт в описании. И еще предлагаю посмотреть топ-10 адовых глюков и угар в GTA 5. Да, и не забудь подписаться на мой инстаграм. Ссылка в описании.